Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Emporia Smart 4. И сейчас я покажу вам, как сделать сброс настроек, если вы забыли пароль, и заодно сброс пароля, естественно. Для этого мы отключаем наш телефон. И после его полного отключения мы зажимаем кнопочку питание и увеличение громкости. Переходим в режим recovery. И обходим нашего андроида, зажимая кнопочку питания и увеличение громкости. Далее проходим до пункта Web Data Factory Reset. Нажимаем выбрать, нажимаем Factory Data Reset. И нажимаем Reboot System Now. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.